Всем привет, друзья, с вами Амик, и мы продолжаем играть в Tasty Planet Forever, друзья. Это будет очень интересно, потому что мы с вами в прошлой серии уже прошли уже 4 уровня, друзья. И осталось нам довольно-таки мало уровней, чтобы заполучить вот эти все звездочки. Я даже не знаю, как мы так их все получим, но я надеюсь, что когда мы пройдем все эти уровни, мы сможем сыграть вот за этого прикольного осьминога. Ну что ж, давайте поехали, обязательно ставьте лайк, чтобы я смог пройти с первого раза все эти уровни, которые... Ну, я хочу сегодня хотя бы до 7 уровня дойти, все как всегда, друзья. Ну и что же, начинаем! И что же, в этом уровне нам нужно набрать всего лишь 6190 очков. Хорошо, 3 звезды для этого нам и нужно. Нам нужно есть только определенные цвета. Да, понял, don't eat, то есть не нужно есть красный, синий и зеленый, если это нам не нужно есть. Хорошо, так, нам нужно с вами вот это. Ой, нет, зачем я это съел? Нам, скорее всего, засчитают очень мало очков. Нам нельзя торопиться, друзья, нам просто нельзя торопиться. Ну, вот только вот сейчас, например. Ой, давай, чуть-чуть осталось, и надо оббегать это всю. Ой, осторожно, и одно касание, и все, вы сразу съедаете все эти... Ай-яй-яй-яй. Не, давайте сначала начнем. Очень весело так-то. Действительно, очень весело. Так, осторожненько. Ведем нашего котейку вниз. Быстрее. И один шарик-то нужно было съесть. Так, а здесь у нас что осталось? О, смотрите, здесь достаточно много. Осторожненько, как маленькая мышка. Надо разворачиваться назад. Осталось совсем немного. И вперед. Да, смотрите, действительно осталось 70. Все, мы с вами большие молодцы, потому что очень быстро справились. Мы получили очень много очков, аж 7145. И это, конечно, мы с вами со второго раза прошли, но все-таки я считаю то, что один рестартик маленький ничем нам не помешал. И мы с вами заслуженно получили 3 звездочки. Мы с вами большие молодцы, да, друзья мои? Ну что ж, отправляемся на 6 уровень, это Round Points. И тут нужно пройти все-таки очень сложно, потому что нужно набрать 4990 очков. Это достаточно много, но мы с вами должны справиться. Друзья, мы с вами 100% должны справиться. И... Плей! Вперед! О, это что такое? Это нам нужно срочно поедать всяких людишек, которых... Но ни в коем случае нельзя попасть под колеса. Ай! Ой! Больно-то как? Слушайте, не, ну это уже очень плохо, то, что мы попались под колеса. Нам нужно... Слушайте, а у меня идея. Если мы будем осторожненько проходить через дорогу... Оп! Ну, мы, конечно, рискованные котейки, которые пытаемся все съесть на своем пути. Ого, ничего себе, это что за муравьи? Кстати, они действительно как муравьишки маленькие бегают здесь, что-то хотят от нас. А мы их поедаем. Эх, маленькие жучки, мы вас всех съедим. Хотя это люди, понимаете, это все люди. И зря они вот так вот сделали в свое время то, что выпустили котейку на свободу. Наш котейка снова получил урон по своей маленькой пухленькой попки. И, ладно, друзья мои, мы должны 100% пройти этот уровень на все 3 звезды. Если мы это не сделаем, мы будем, ну, плохими игроками в эту игру. А я хочу быть лучшим! Да как же так-то? Давай быстрее проезжай. Не, мне кажется, мы уже проиграли, но я думаю, то, что нужно какую-нибудь стратегию, что ли, продумать данной миссии, да? То есть нам в любом случае придется как-то эту миссию проходить. Но мы столько раз попадались под колес машины. Ну-ка, опа! Теперь мы начинаем мстить, дорогие друзья. Теперь мы начинаем мстить и поедать все на свете, что видим, что чувствуем. И, о, и деревья тоже. Вот за это спасибо. Вот это очень вкусненько. Деревья люблю, и машины люблю, и людей. И все люблю поедать. Быстрее. Ой, чуть-чуть осталось, и все. Ну нет, вроде не должны. Или справились? Хо-хо! Ничего себе! Мы с вами большие молодцы, потому что мы справились с этим заданием. Это очень здорово, это очень хорошо. Да. И что же нас ждет впереди? Ничего себе! Я даже думал, то, что нам придется намного больше заданий проходить, а мы... Ой, вернее, меньше, а мы уже до 7 уровня дошли. Ну, хорошо, смотрите, 5000 за одну звездочку, но за 3 звездочки надо аж набрать 8720 очков опыта. Да? Ну,
вперед, давайте, нам нужно вот из этого бигетика. А, это же не бигетики, это как эти называются штучки? Назовите, напишите в комментариях, ребятушки, как называются вот эти вкусные штучки? Я забыл, как они называются. Эй, так, их нужно быстро есть, я по ним не попадаю. Я по ним просто-напросто не могу попасть. Главное на велосипеда, на велосипедиста не попадаться. Вот что самое главное. Если мы с вами на велосипедиста попадемся, он по-любому нас придавит, нам отдавит наш кошачий хвост. Так что нам нужно быть очень осторожным в этом раунде. По одной простой причине, велосипедисты нас жалеть точно не будут. Потому что они понимают то, что в скором времени мы их сами съедим 100%. Пока они нас могут нам отдавить... Ай, осторожно! О, все, мы сможем уже их трассу поедать. О, давай. Надо, знаете, вот осторожно... Ай, под колеса один раз попались. Ага. Все-таки попались один раз под колеса, но зато мы весь бигет съедим. Бигет. Ай, просто... Ай, осторожно, да, что ж ты будешь делать? Нужно тут как-то вот пролететь. Ай, отлично, ай. Фух, главное не попасться под велосипед. Это так больно, когда на хвостик на мой маленький попадается их колесо огромное. Как же я не люблю это. Так, и теперь мы это можем действительно все поедать. Да, давай. Осталось чуть-чуть. Бигетика чуть-чуть осталось поедать. И где там велосипедист? Иди сюда, я тебе сейчас съем, велосипедист. Теперь я больше тебя, и я теперь тебя могу съесть. Отлично. Ну что ж, мы с вами большие друзья, хотел сказать. Да, мы с вами друзья, конечно, мы с вами большие молодцы, потому что набрали 12 375 очков. Это очень много. И мы поставили рекорд мира. И смотрите, 7 раундов по 3 звезды. Мы с вами большие молодцы. И этот котик так смотрит. Ну что, скоро вы пройдете все миссии. И наконец-то сможете вместе со мной съесть весь мир. Но я надеюсь на это, потому что с этим котейкой мы действительно можем съесть целый мир просто-напросто. Ну что же, осталось совсем немножечко. Осталось, нужно вот этих людишек попоедать, я думаю, следующие будут деревья, действительно, деревья будут следующей целью нашей, и, естественно, мы будем это все поедать. Давай, быстрее, осталось немного, друзья, съесть вот эти вот машины. Кстати, я не посмотрел, сколько нужно очков конкретнее, и какие тайминги по времени нужны, но вроде как, слушайте, ой, полиция! Ничего себе, видели полицию, да? Они даже не среагировали на нас никак. Вот представьте, вы такие едете на полицейской машине и видите просто здоровенного, большого котейку, который все поедает на своем. Ой, он за мной! Ой! И мы съели полицейскую машину. Это вообще законно? Ам-ам-ам! Все, мы съели полицейскую машину. Чего? Котейка полицейскую машину съел? Это здорово. Ну что же, мы с вами большие молодцы, потому что мы прошли этот уровень, 8-й, и тоже на 3 звезды. Ладно, отправляемся на 9-й уровень. На 9-м уровне, я думаю, будет, ну, сложновато, да. Ну что ж, отправляемся, нам всего лишь нужно 1800. Я понял, нам нужно только красные козырьки, друзья. Только красные козырьки собирать. А где они? Ай-яй-яй-яй-яй, красные козырьки. Да, давайте только их будем собирать. Нужно максимально быть осторожным. Да что ты будешь делать? Так, вот осторожней. Кусай тут и... Ай! Так, нужно быть действительно осторожным. И просто в обратную сторону пробежать. Вот, все. Действительно, вот сейчас мы с вами молодцы. Нам нужно вот каким-то образом теперь пробежать так, чтобы... не съесть ни машину, ничего более. Только тихо, осторожно. Выдыхаем, пробегаем. Осторожно, машина. Нет, нам в другую сторону, пожалуй. И нам нужно аккуратненько продвигаться за этой машиной. Кстати, задание действительно забавное, потому что мы как маленькие охотники на какую-то живность. Я себя чувствую реально каким-то охотником за дичью. Смотрите, быстренько. Это что за машина? Это вообще что за машина? Котейка машина. Эй, помогите, спасибо.
соседи, котейка-машина по улице ездит. Кстати, интересно, котейка знает то, что на красный свет нельзя ехать? Эй, а где еще парочка вот этих козырьков? Чё-то я не могу их найти. А, вон они, все, я их нашел. Ура, мы прошли задание, я надеюсь, на 3 звезды. Тайм-бонус, ничего себе, 434. Ну что ж, друзья, мы с вами неплохо так дошли до 10 уровня. Осталось совсем немножечко, осталось немножечко до того, как мы пойдем в следующие, друзья. Ну, какие там раунды будут. И нам еще осталось 2 раунда, и мы будем с вами играть вот за вот этого прикольного челобука под названием осьминог. Ну, и что ж, за котейку нам осталось всего 2 раунда пройти. Ну, обязательно подписывайтесь, потому что в следующей серии мы обязательно пройдем эти 2 раунда. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Ну, а с вами был Амик. Увидимся очень скоро. Да, все. Всем удачи и пока-пока.